Ой, блин, у меня, оказывается, разрыв связи был. Еще раз всем привет, ребят, которые будут смотреть это дело на Ютубе. Вот, я буду, похоже, уже в двух кусках это все дело загружать. Вот такая фигня получилась. Разрыв соединения произошел почему-то. Бывает иногда такое, бывает. Иногда переглючивает что-то Twitch. Продолжаем мужиков избивать. Ребят, вы отпишитесь в чате, как нормально сейчас стрим идет. Я-то вроде его вижу со стороны, но что-то там такая тишина, что возникает подозрение, как будто у кого-то что-то не работает. Все окей, ну и отлично. Продолжаем. На YouTube придется, к сожалению, теперь в двух кусках загружать этот стрим. Не люблю, когда такое происходит, ну да ладно. Бывают всякие технические накладки. Главное, что переподключение сразу сработало. Блин. Так, я вырублю кого-нибудь из них вот так вот. Сейчас будем с Келлией воевать. Что это было? Разрыв соединения был. Просто разорвалось соединение почему-то с Твичом. И было переподключение. Сейчас все работает. Ой, понабрали-то. Понаагрили-то. Так, все нормалек. У меня что-то качество не меняется, ни хрена. Сейчас, секундочку, так мобильное. Чтоб я просто видел, что трансляция идет, но при этом, чтоб она не нагружала канал. Нет добычи, нет получки. Зачистите рыбак. Скиял. О, блин. Не люблю, когда он толпу призывает, гад. О, все, нормально теперь. Вот меня прикалывает, как Кил сейчас, вместо того, чтобы заниматься своей прямой обязанностью, пишет в чат большие сообщения. Так, все, завалили. Так, ну и надо от скелета избавиться. Не обижай скелета. Так, все, справились. Это сейчас было очень странно. Я прошел по воздуху. Ну и, собственно, последний финальный босс Хелия. Сейчас будем с ней воевать. Поорала, молодец. Хорошо орешь. Так, здесь щупальца надо ее валить.
Вы далеко зашли, но теперь вас ждет смерть. Да твою мать! Смени цель, смени цель. Молодец. Вы за это заплатите. Ливень возмездия. Даэдра, привет! Я взял, кстати, квест на короля и Мирона. Я теряю терпение! Примите свою участь! Что это сейчас было? Кого бьем-то? А где щупальца-то? Я чё-то щупальца даже не вижу. Это невозможно. Очень напоминает сражение в God of War. Да, есть такое. В основном из-за ее размеров, потому что там тоже были одни титаны сплошные. Там был титан. А сверху падал еще один титан. И они все дрались на еще одном титане. Что вы за создание? Мы русские. Да. Так, отходим, 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 отходим. У нее тут эта атака весьма неприятная. Напоминает примерно то же, что тут моряк один делал, вот этот фонарь тьмы. Дерьмо, 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 дерьмо. Блин. Не успел убежать оттуда. Два ДДшника убежать не успели. Сейчас на нас будут гнать в чате. Я утоплю вас, как крыс. Не шевелись. Чё это нам не шевелиться? Я так предполагаю, Хилл не предполагает такую версию, как то, что нас, там, я не знаю, воскресить, например. Противная у нее, блин, вот эта атака, конечно. У меня сейчас даже не было времени отбежать оттуда. Я утоплю вас, как крыс. Да все, все, мы запомнили уже, что ты у нас утопишь, как крыс. Единственная смерть за это подземелье. В принципе, Хельхейм можно считать подземельем. Потому что он, по идее, находится где-то внизу. Короче, как бы скандинавский ад. Жрец не может воскрешаться в бою. Не. Друид. Печально, печально. Я, честно говоря, когда бегаю с ними, вообще не знаю, какие у них там классы. Какие-то есть. Какие-то классы. Не шевелись. Интересно, они ее все-таки завалят или нет? Вдвоем. Потому что остался только танк и Хилл.
Есть у друида такая способность воскрешать в бою, она отдельно от способности воскрешать вне боя. Ну, тогда чувак просто не хочет никого воскрешать. Я утоплю вас, как крыс. Вот это сейчас по центру атаковало, вы тоже, кстати. Противный момент, не знаешь ни влево, ни вправо, куда прыгать-то. Чувак сейчас, возможно, со всех сил хилить не успевает. Скорее всего. Вот ее как штормит. Да, поняли мы уже, поняли. Блин, слушайте, это надолго. Я боюсь, что это надолго. По идее, она не убивается до конца. А, нет, типа уже все, что... А, не, она ушла атаковать из под палубы. Вот сейчас, кстати, например, вот прекрасный момент для того, чтобы воскресить кого-нибудь. Очень странная фигня получилась, потому что когда в прошлый раз я проходил, она всегда плюется в сторону танка. И поэтому логично находиться на противоположной стороне. А в этот раз танк был на противоположной стороне, но плюнула в меня. Хрен знает, что так вышло. Точнее, вот в нас двоих, вот меня и... А, подожди. Так мы трое мертвые. Все ДДшники умерли. Правда, некоторые люди имели свойство тут же умирать после воскрешения. Прикольно, прикольно. Я утоплю вас, как... Мне тут почтовый ящик кучи спама заваливают. Ливия, шевелись! Я боюсь, они ее вдвоем сейчас будут 15 лет убивать. По-моему, они и даже ничего не сносят. По-моему, это надолго. Нет, по-моему, ребят, это надолго. Ливень возмездия! Нет, реально, они потеряли сейчас трех ДДшников. Трех. Да, вот сейчас вот танк убежал оттуда, она плевала в него. Танк долго будет убивать, да я вот о том же. Ой. Я утоплю вас, как крыс. Ой, ладно, я не буду ничего писать, тут немножко бешеный какой-то хил. Сейчас будет орать, что я не буду вас воскрешать, вы все сами подыхаете, подставляетесь и так далее. Он тут уже делал такое. Не, ну реально. Либо хил уже истратил способности, ждет КД, которая 10 минут. Но у хила рано или поздно мана-то подзакончится. Я утоплю вас, как крыс. Наконец-то! Короче, я с танком буду стоять. Тихо, не падай, твою мать! Да что ты... Дурацкие дырки. Да что ты... Куда тебя несет? Прыгай нахрен отсюда! Ушел, ушел, ушел.
Все, восстанавливаемся нафиг, восстанавливаемся. Да елки-палки. Я утоплю вас, как крыс. О, живы. Я уже боюсь с ней сражаться, честно говоря. Так, начинается веселая история. В журнале Яралаш. Ой, ё. Спокойно. Удачно. Главное следить за куда танк идет. Я утоплю вас, как крыс. Отскочил. Нормально. Блин, дыра тупая. Ну, наконец-то. Фу. А, так... я еще и локальное задание выполнил. Ты смотри-ка, что. И получил еще и кровь Саргераса, помимо силы артефакта. Фу. И это мы без одного ДДшника сейчас воевали. У хила маны почти нет. Надеюсь, оставили батарейку, чтобы ее... Все. Покинуть группу для прохождения. Пройдено. Ура. Ура. Пройдено. Лакрима, привет. Ой, как я сразу удачно попал. Так, какой там у меня итем левел уже? 783. Постепенно, потихоньку, полигоньку все это дело у нас будет подниматься. Кстати, если мне память не изменяет, то, по-моему, героические инсты открываются 785-го итем левела. Надо будет посмотреть. Так, ну-ка. Сейчас... А, нет, с 810-го. Поторопился. 810-й нужен. Давай ты подойдешь ко мне. Иди сюда, парень, повоюем с тобой. Надо будет потом в небесной цитадели обязательно... Так, тихо. Не бей меня. В небесной цитадели надо будет потом выполнить квест на короля Эмирона. Желательно сделать это в пределах сегодняшней трансляции. Так, давайте-ка я съем пирожочек с рисом. Чтобы почувствовать себя живым, полным сил и веселья. Так, погнали дальше. Но пока что я хочу повыполнять все квесты на этой территории. Не надо топотать, не надо. Это ни к чему хорошему не приведет. Так, ну двоих, я думаю, завалю. Тихо. Так, ну вот, минус один. Сейчас застанет меня. Я локальные квесты хочу чуть попозже начать выполнять. Я хочу сначала разобраться с территориальными вот квестами, которые по сюжетке идут.
То есть разобраться с оставшимися квестами Сурамара, а потом я пойду по локальным квестам. Как раз вот будут давать за это вещи. Так, древняя мана мне не нужна. Так, ну и вот до этих двоих завалим сейчас, и у нас будет этот квест закончен. Все, с квестом в этой пещере мы закончили. Тут, блин, много квестов сейчас собралось. Очень много. Мы тут в Сурамаре явно надолго. Гарпии и призраки оскверняют священный Теланор. Восстанови покой, который заслужили мои предки. Артём, можешь купить на аукционе обычную синьку? Да, не хочу. Пускай постепенно будет это все дело самостоятельно у меня усиливаться. Так. Блин, еще один согрелся, засранец. Так, смотрим, что у нас. Я тоже так делала. В Сурамаре тоже за квесты можешь хорошие вещи получить. Да, в Сурамаре ты надолго. Так, защитное благовоние. Убито потревоженных духов. Тут что-то еще. Короче, все в этой территории. Все на этой территории. Так, вон там что-то лежит, что-то охраняется. Соберем тогда. Что это? Связка защитных благовоний. Отлично, еще один квест у нас выполнен. Но продолжим пока что. А, подожди, в смысле? В смысле? Не, это он на улице должен стоять, по идее. Кто там где? А, вот. Чуть-чуть камеру приближу. Может, здесь я обрету искупление. Здесь мы вспоминаем Звездного Когтя, одного из лучших военачальников в истории нашего народа. Он командовал всадниками на гиппогрифах во время войны древних. Раньше мне часто доводилось приходить в его гробницу, чтобы спросить у него совета. Интересно, увижу ли я его? Удалось что-нибудь отыскать? Вот наглядное свидетельство того, что наши методы консервации не имеют себе равных. А я уж почти оставил все надежды на то, что после грабителей и стольких лет хоть что-то уцелело. Предки будут рады моему подношению. Ступай осторожно, это место священно. Так, усиливаем. Фрагменты воспоминаний. И что тут у нас? Эти реликвии – память о прошлых жизнях тех, кто здесь похоронен. Им приятно, что о них до сих пор помнят, и эти подношения умиротворяют их. Теперь духи павших смогут покоиться с миром. Спасибо тебе. И снова иди, сила артефакта. Я верю в тебя. Пинг. Последняя глава. Дальше мне потребуется один фолиант, но пока его у меня нет, я все равно не буду сидеть сложа руки. Не могу спокойно смотреть на то, как все здесь приходит в упадок. Пожалуйста, пожалуй, займусь уборкой памятников, пока ты ищешь нужную мне книгу. Она называется «Энциклопедия ботаники». Ты найдешь ее в библиотеке, что рядом с главной площадью. Ступай осторожно, это место священно. Куда ни глянь, везде боль и отчаяние. Смотри, человек, здесь полно призраков, духов тех, кто тут похоронен. Что-то рассердило их, и теперь они мечутся в бессильной ярости. Я чувствую их боль. Я отправлю за оставшимися реликвиями, и еще мне нужно будет осмотреть одну гробницу. Этим несчастным уже не помочь. Прошу тебя, срази всех, кто встретится тебе на пути. Пусть они снова обретут заслуженный покой. Иди, я верю в тебя. Так, у нас квесты в этом месте продолжаются. Ладно. Воу. Так, ладно, подождите.
Тут, я так понимаю, желтое это, походу, локальный квест. Он меня просто, не знаю, он меня прям раздражает тем, что он все еще здесь есть. Поэтому я пока повыполняю здесь все. Да, мне тут надо привидений поубивать еще. Заняться нам тут есть еще чем? Второй прибежал, скотина. Чёрт. Ещё бы вот эти ребята бы не мешались, не лезли бы под ноги. Не надо в меня стрелами тьмы пуляться. Это плохое занятие. Совсем плохое занятие. Ой, не успел, не успел. Блин, не успел, зараза. Ты куда убегаешь? Надо сейчас одну будет клавишу перебиндить. Мы потеряли... А, ладно. Я забыл, как звучит эта фраза. Так, я пока покушаю, и тем временем... Так, назначение клавиш, это у нас панель команд. Вот это получается кнопка действия 12. Вот так сделаю. Так будет удобнее. Обе способности, которые сбрасывают всякие атаки, будут у меня на дополнительных клавишах мыши. У всех одинаковые голоса. Забавно. Могли бы и немножко разнообразить. Хотя для игры с таких размеров, наверное, нет. Наверное, не вариант. Ух ты, краткая история эпох силы артефакта. Прекрасно. У меня так скоро мои клинки... Скоро мои клинки получат новый уровень. Скотина, не лезь ко мне. Так, кого мне осталось завалить еще? Вот тебя, похоже. Блин, не успел. Не даже несмотря на то, что на клавишу поставил, не успел сообразить. Покой вернулся в Теланор, и мои предки снова обрели мир. Спасибо. Так, отлично. Вот это локальное задание тоже выполнено. Так, что у нас вот здесь? Что у нас вот здесь имеется? Вот здесь по центру пройду, чтобы не согреть никого.
Блин, у меня такое ощущение, что я уже в этой башне бывал. Вот есть такое ощущение. О, Лейдерс зашел в сеть. Человек, который мне в свое время нехило помогал с прокачкой. Энциклопедия ботаники. Прекрасно. Тоже можно сдать уже это задание. Ой. Я умею падать. Это город мертвецов. Здесь должно быть тихо. Угу. Этот памятник не такой знаменитый и величественный, как прочие, но мне он особенно дорог. Под ним покоится леди Латара, непревзойденная охотница и моя жена. О, как мне ее не хватает. Энциклопедия у тебя, человек? Думаю, раз уж ты помогаешь, в моем деле мне следует хотя бы узнать твое имя. Таэдрис открывает книгу и достает из нее какое-то незнакомое вам высушенное растение. Спасибо, что помог мне раздобыть еще один из необходимых ингредиентов. Я очень ценю твою помощь, Дарк Велиор. Может, здесь я обрету искупление? Возможно, возможно. Мне немецкая локализация вов больше нравится. Я как-то по-английски пробовала, но не мое. И сейчас по-русски слышу, тоже не очень нравится, может, потому что привыкла. Возможно. Больно смотреть, как они мучаются. Со временем все равно все вернется на круги своя. Но хотя бы на время они снова обрели покой. Ступай осторожно. Последнее желание. Я больше не могу называть Сорамар своим домом. Но превратиться в иссохшего тоже не хочу. Для меня в этом мире больше не осталось места, разве ты не понимаешь? Осталось раздобыть последний ингредиент для моего эликсира. Ты ведь мне поможешь? Я могу рассчитывать на тебя? Иди. Я верю в тебя. У нас есть способ избежать голода на какое-то время, достаточное, чтобы найти лекарство. Позволь нам помочь тебе. Не бойся, я вот не испытываю страха. Скоро я воссоединюсь со своей любовью. Герои, окружающие тебя, когда-то были простыми мужчинами и женщинами. У каждого были свои пороки, каждый кого-то любил, и все они понимали, что значит пожертвовать собой. Пусть это будет моя жертва. Таэдрис вздыхает. Возможно, правда твоя, Дарк Велиор. Я так устал от стыда за свой народ. Я думал, что у меня больше нет пути, нет пристанища. Воистину, я не видел для себя возможности искупления. Ты не думай, я не герой. Я просто старик, который слишком много повидал за свою жизнь. Что ты теперь будешь делать? В твоих словах есть здравый смысл, Дарк Велиор, но я остаюсь непреклонен в своем решении. Ступай осторожно. Это место священно. Зелье готово, Дарк Велиор. Наше путешествие подходит к концу. Я хочу попросить тебя еще об одном, последнем одолжении, и тогда ты получишь свою награду. Здесь хранился лук моей жены, но я так его и не нашел, хотя, казалось бы, все обыскал. В нем заключена могущественная магия. Я боюсь, что им мог завладеть один из неупокоенных духов. Вернуть этот лук будет непросто, будь осторожнее. Хорошо. Попробуем отыскать этот лук. Иди. Я верю в тебя. Причем нам радар даже показывает, где его искать. Странно, что он сам не был в курсе. Вдвоем уже напали гады. Кстати, он мне только деньги дал, да? Да. Нарочи жестоких мучений были на мне. Так. А, похоже, придется зачистить это место, иначе я так просто туда к луку не проберусь. Так что это такое? Так себешная вещь. Я предлагаю скушать гренку, иначе... Мало ли, насколько здесь окажется сильный противник. Давай сначала с тобой разберемся. Чтоб ты нам не мешал.
А вот теперь с тобой повоюем. Ты чё вылез? Сплю. Передай Таэдрису, что я люблю его. Была, это была его жена, похоже. Так, все, лук мы забрали. Подожди, что такое? А, наверное, это были благовония. Ладно. Все, пошли назад сдавать задание. Черт! Это было внезапно. Надо было съесть пирожок было до этого. До того, как я выходил из башни. Сейчас он еще один нападет, близко ходит. А может и не нападет. Так, секундочку, пирожочек. Пирожочек с рисом. Пирожок с рисом нам нужен. Так, отлично. Поехали. Это город мертвецов. Что это было? Я слышал знакомый голос. Невероятно. Ты видел Лотару? Что произошло? Понятно. Прости, что подвел тебя, любовь моя. Мне очень жаль. Ступай осторожно. Это место священно. Я должен объясниться, так как был не до конца откровенен с тобой, Дарквелиор. Я собирался выпить это зелье и воссоединиться со своей женой. Но даже она так и не обрела покой. И я не могу опять ее подвести. Я должен жить дальше и сделать все возможное, чтобы остановить надвигающуюся бурю. Только тогда я буду достоин долгожданного воссоединения с нею. Идем, юное создание. Пора покончить с матриархом Гарпии и вернуть Теланору его былое величие. Так что яд-то нам еще пригодится, а? И у нас будет сила артефакта аж фиолетовая. Это сразу... Я сразу получу повышение. Артем, ты своего охотника на демонов играешь? Не. Иди. Да не знаю. Верю в тебя. Я предпочитаю, когда у меня один персонаж. Еще на второго сосредоточиться как-то, не знаю, не хочется. Так, секундочку, что на карте? Какие у нас еще здесь квесты? Устраните порчу, видавший виды маяк Телеманта. Давайте сначала я налево все-таки съезжу. Все-таки налево сначала скатаюсь. Завершу этот квест, там сила артефакта классная. Да иди ты нафиг. Пустить кровь! Да отвалите вы от меня. Тупые дуры. Ой, я балбес. Вася, ты балбес. Я не ту кнопку, я не ту способность забиндил вообще. Вы дурак. Подождите. Я что сделал-то? Так, где у меня, господи? Назначение клавиш. На ноле, которая. Во. Дурак. Не та кнопка. Интересно, сколько уже наиграно времени на этом персонаже? А по-моему, конкретно на персонажа же можно как-то посмотреть. Как-то посмотреть можно? Кто-нибудь мне подскажет? Стой, это элита. Ой, я молодец. Хотя в целом не так уж и сильно она меня бьет. А вот сейчас сильно бьет.
Убьет сейчас. Я зря на нее напал, так, так опрометчиво. Да. На нее надо было нападать с полным запасом здоровья. Или где-нибудь... Я 7 минут и 3 вспоминала, как охотник на демонов по-русски называется. Или где-нибудь в ачивках и статистике. Так, где-нибудь в ачивках и статистике. Посмотрим. Ну-ка. Блин, где они у меня? Я что-то забыл. А, вот достижение. Статистика. Персонаж. Я помню, что я какой-то командой это делал. Можно посмотреть, через 10 минут 10 зайду, посмотрю как. Хорошо. Так, подожди. Это я сейчас где помер-то? А, по-моему, это выход из Сурамара. Команда Плейт. Общее время игры 10 дней, 1 час, 30 минут, 56 секунд. Но это имеется в виду в общей сумме. То есть 24 умножаем на 10, 240. 241 час, 30 минут, 56 секунд. 241 час, короче. Так, для начала я воскресну и съем гренку. О, так, ну чё, готовимся, сейчас будем её бить. Ну давай, ну блин, ну быстрее! Да япона мать! И оставалось-то. И это только один персонаж, и еще фиг знает, сколько надо проходить легиона, и еще профессии ПВП не делал. Ну это да, блин. Немного оставалось ведь. Короче, я предлагаю, наверное, не атаковать ее вихрем. Потому что она на вихре нехило выиграла. И лучше с самого начала, прям столько-только она чуть-чуть сняла с меня ХП. Надо сразу себя восстанавливать, чтобы у меня поскорее хилка восстановилась. Потому что она очень долго восстанавливалась. Сейчас вот буквально сыграл, буквально сейчас 1-2 секунды вот было... разница, и я вот тут и проиграл, собственно, на этом моменте. Так, подождите, я что-то запутался. Мне, наверное, надо было наверх бежать. Я что-то пропустил момент. Да, да. Обиталище племени скального гнезда. Я так сейчас на ней все пирожки сожру. Так, пирожок. В общем, вихрем не пользуемся. Мне надо постоянно себя хилить. Кровожадностью. Поэтому лучше вот так. Лучше так. Погнали. Thank you.
Да ну ёпара СТ, ну опять один ХП остался. Я своим друидом играю уже лет 6-7. Интересно, сколько часов я уже наиграла. Да, за 7 лет это да. Там наверняка уже... Ну, по крайней мере, несколько месяцев точно должно быть указано в общей сумме. Так, короче. Я сейчас что-то проглядел. У меня, оказывается, ободряющий клич-то ни хрена не работал. Надо это дело исправлять. Я что-то балбес совсем в этом плане оказался. Я забыл, что... Я во время боя только заметил, что у меня на ободряющем кличе было... Пошел таймер. Мол, восстанавливается он. Это тоже вторая хилка. Тебе помочь? Да не, пока не надо. Я хочу ее попробовать все-таки в одиночку завалить. Я думаю, это сейчас должно получиться. Так, еще раз гренку едим. Получаем полное ХП. Так, мне нужно, чтобы вот это у меня, удар громоверца, стоял на постоянке. Ободряющий клич сейчас вроде как восстановился. Ну, попытка номер 3-4, какая там уже у нас по счету. Погнали. Все, поехали. Есть. Вот. Сработало. Заставило меня попотеть. Хоть сейчас уже невозможно узнать, того сервера пиратки уже не существует, но я, возможно, наиграл там 300-400 часов за все время одним персонажем. А у меня их там был полный список. Дэм. Задротство границ не ведает. Задротство границ не знает. Задротство растет и процветает. Может, так. Здесь? Я обрету искупление. Спасибо тебе, Дарк Велиор. Ты открыл мне глаза и указал цели, ради которой действительно стоит жить дальше. Вместе мы спасем Сурамара и искупим грехи моего народа. Ступай осторожно. Благодаря тебе я снова обрел цель в жизни. Встретимся в Шалоране. Мне еще понадобится источник магии. Доступна новая способность для боевых мечей Валарьяров. Это были суровые времена в Wrath of the Lich King. Это было круто. Так. Дальше, что у нас по квестам? Устраните порчу. Поехали устранять порчу. Пока мы еще здесь. Пока мы еще на этой территории находимся. Ой, я думал, это он. Это я еще считаю то, что там прокачка персонажа была X25. Ой, чё ты пристала ко мне? Вот чё ты пристала ко мне? А, нет. Нет, да, я сейчас закончу здесь вот эти два квестика, которые там остались. И отправлюсь в небесную цитадель, потому что пора уже, пора. У меня прокачался меч, прокачались мои клинки, надо их поднимать уровнем. Святотатство. Отвали. Так. Ой, сейчас больно будет. Ну, почти больно. Паркур! Так, ты у нас кто? Ты у нас не элита, это хорошо. А то сейчас еще с одним элитником воевать было бы вообще не прикольно. Тем не менее, гренку я все-таки съем. А получается, Twitch вообще запрещает стримить WoW Classic? Я не знаю. Но вроде как да. Потому что это же типа пиратство.
Ты чё не дохнешь? Алло! Вот оно чё надо было делать. А я чё-то дурак. А я его бью. Ой, какая страшная блевотина. Благодарю тебя. Ярость, порча отступила. Теперь я должен позаботиться о водах, которые так долго оставались без моего внимания. Хорошо, пошли от Седова. Куда только вот мы сейчас пойдем с вами. Здесь есть ли... Да, здесь можно проехать вроде как, или проплыть. Не бейте меня, пожалуйста, не надо. Не надо. По идее, с этой стороны можно добраться до того Таурена, который это задание как раз давал. Вот твою мать! Спокойно. Ну тебе чё, не хочется жить, да? Быстренько скушали пирожок. Блин, из-за всех этих разговоров о пирожках мне есть захотелось. Просто я поиграл, очень хочется узнать все, что касается сюжета и квеста в тот момент. Ну да, там было интересно. Река, источник жизни. Дело сделано, я уже чувствую, как слабеет влияние порчи. Спасибо тебе, Дарк Велиор, ты оказал этому краю огромную услугу. Берегись глубоких пещер. Почему он меняет пол? Так, я не совсем понял, что ты мне дал. Это же сила артефакта должна быть, да? А где? Я не понял. Ладно. Пофигу. Следующий квест вон там, бедавший виды маяк Телеманта. Попробуем туда попасть. Я только не знаю, как теперь. Теперь попробуем попасть в маяк. Я вот помню, что я задолбался с этим квестом. Я не понимал, как туда попасть, вот на предыдущей трансляции. Ну, правда, и предыдущая трансляция была немножко не в адеквате. Там, по большей части, мы выясняли отношения друг с другом, вместо того, чтобы, собственно, заниматься игрой. Отвали от меня. По идее, туда какая-то дорога ведет. Вон, вон он, на горах. В горах он находится. Но как туда попасть, я понятия не имею. Может быть, здесь есть какой-нибудь портал? Маленький сундук с сокровищами. Ух ты, что это такое я нашел? Статуэтка, сила артефакта. Нормально. Ой. Так. Как туда попасть? Вот как туда попасть? Туда, по идее, должны были вести порталы. Но вот я этих порталов-то как раз-таки и не вижу. Вот в чем проблема. Может быть, где-то там...
Я помню, что место было очень похожее на вот это. И где-то здесь были порталы. По идее, я должен отсюда как-то на маяк попасть. Я сейчас быстренько попробую здесь проехать, посмотреть, вдруг они здесь где-то находятся. Я ж каким-то образом убегал отсюда, когда портал меня куда-то не туда призвал. Чаша духов, куда я пришел? Надо наверху посмотреть на этой башне. Может, там будет. Потому что здесь надо шарики искать, которые были порталами. Вот я вот не помню, где они. Нет, это не здесь. Я вчера жаловался на то, что случайно кликал на плеер Твича, и пауза ставилась. Сегодня кликаю, и ничего не паузится. Это магия. Это даркнелорное волшебство. Точно ли это было в Теланоре? Да по идее, да. Может быть, вон там? Вон там место похожее. Нет, определенно не оно. Может быть, здесь? Где же был портал? Вот очень похожее место. Вот очень оно похоже на вот это. Вот это, кстати, похоже, как будто бы на место с порталами. Да, по идее, здесь даже вот он, вот он. Это, по идее, портал. Только не совсем понятно, кликается ли здесь хоть что-нибудь. Видишь, это магия Даркнелора. Ни у кого такого нет, а у меня имеется. Некликабельно. Это определенно выглядит как портал, но он не работает. Ой, еще один пришел. И ушел. Видимо, он решил, что мне нужно съесть гренку. Ладно, попробуем найти. Где-то здесь должен быть портал, ведущий... Может, где-то повыше это было? Кстати, вполне возможно. Вот за парнем поеду, он вроде... Табибэк 27, привет! Да, все отлично, у тебя как? По-моему, это... Нет, что-то не то. Может быть, здесь портал? Блин, я круг сделал. О, не знаю теперь, где, как попасть на маяк-то теперь этот. В прошлый раз я точно понял, что не через пещеру. Там не было выхода. Это либо через порталы, а где эти порталы, я понятия не имею, либо... Так, давайте попробуем вернуться немножко назад и посмотреть, что там с левой стороны есть. Ой, да идите вы нафиг от меня.
Я ведь точно попадал в какой-то портал. Но я оттуда убежал достаточно быстро. Кто ж знал, что я это сделаю зря. Может, тут где-то есть путь наверх? Да вот я пытаюсь найти, но что-то пока не вижу. Ощути холод могилы. Тебе что надо? Отстань. Опять же, вот это похоже на порталы, но нифига не работает. Ой, на предыдущем стриме я там тоже пытался найти этот путь, но так и не нашел его. Вот тут мне что-то подсвечивают, но это, скорее всего, кристалл маны. Ребят, кто-нибудь из чата погуглите, как найти этот, короче, маяк Телеманта. Попробуйте найти, как до него добраться, потому что я вообще что-то не пойму нифига. По идее, туда должен был привести один из порталов, но я что-то портала ни одного не вижу здесь. По идее, это где-то должно было быть в районе библиотеки. Но я что-то не вижу нигде ничего похожего. Берем задание, становимся в круг для телепортации из сада текущего местоположения, выбираем телепорт фонтан. Никуда не отходя, используем портал в лабораторию телеметрии. Поднимаемся на балкон и берем первый квестовый предмет. Возвращаемся назад в сад и переносимся в лабораторию искажений за вторым квестовым предметом. Блин, где это? Черт! Черт, я вообще теперь ничего не понимаю. Я теперь совсем запутался. Осталось только сад найти. Где он? Сад-то где? Сад-то вообще в Теланоре был? Да по идее, да. Ну вообще это похоже на сад. Так, секундочку, сейчас гляну. Открыть ссылочку в новой вкладке. У них там на вовхеде логотип напоминает осу. Так. Ага. Понял. Ну, по идее, это вон туда. В сторону Долорана. А, вон оно! Блин, точно, вон же то место. Все, поехали тогда. Это вот где-то здесь должно быть. И что-то вдруг внезапно вспомнились висячие сады Семирамиды. Так. Я порву тебя в клочья! Тебе что надо, отвали. Не сюда. Так. Чё-то я не понял.
А, это звук от огня. Ничего здесь делать нельзя, значит, давайте обыскивать это место. Хм. А, вон там, кстати, мостик. Там вон мостик есть, которого... по которому я вроде не ездил. Или нет? Не, это въезд. Это въезд в Сурамар. Вот английский коммент указывает: if you get lost and need to find your way back, the initial teleporter is located at 4947. Но координаты без аддонов не узнать. Бе. Бе. Да, по идее, здесь... Ну, сейчас посмотрим. Вот там вроде похоже. Нет, не оно. Ты-то откуда вылез? Якорной батон, привет. Может, это оно? Вон там. Вообще, по идее, показывают вот сюда почему-то. Прям конкретно сюда. Сейчас Колян нам все покажет. Да, сейчас я прибегу, у меня тут проблемы небольшие возникли. Чудотворец Вашрин. Мне там какое-то письмо прислал, надо будет глянуть. Я вырву твои кости! Да отвали ты. Это ниже надо было спускаться. Интересно, я тут могу в водичку упасть и не разбиться? Давай. Твою мать. Не получилось. Боже, отвалите от меня, на меня черепахи напали. Нет. Зараза. Тупые черепахи. Что вчера Сигеля мучили черепахи в Dark Souls 2, что меня. Теперь здесь мучают черепахи в Варкрафте. Да, кстати, у меня же есть свисток распорядителя полета. Цапля, тебе что надо? Ты что пристала? Цапля, алло, что, больная что ли?
глупая цапля. Да твою мать, ты чё пристал? Вот все напали, а? Вот все напали, кто только могли. Черепахи и убийцы. Ага. Так, нормально. Ну что ты, а? Съешь гренку. Сейчас я доберусь уже. Упорно не падаю в воду. Топай, топай. Топай, лошадка, топай. Уи. Долбаные черепахи. Да хватит меня бить, отвалите все нафиг. Черепах от меня, видимо, так просто не отстанет, да? А, замечательно, она еще и ставит защиту, скотина такая. Вот, собственно, мы Коляна и встретили. Девушка по имени Колян. Да, 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 да. Ура! Мы нашли его. Фу, все, спасибо за помощь, наконец-то. Так. Лаборатория искажений, библиотека. Если помощь нужна, говори, или подземелье. Хорошо, Лакрима. Я так понимаю, мне в лабораторию искажений теперь. Денежки с них не помешают. Маяк, мастерская, сад, фонтан, лаборатория, телемерия. Ой. Не увидел тут одного. Наверху, что ли? Чё? Явно не здесь. Вот отсюда, насколько я помню, я уехал в прошлый раз и не понял, куда дальше. Мастерская. Мастерская. Сад. Во, все. Лаборатория искажений. Разве нужно в фонтан? А, фонтан, потом лаборатория искажений. Вот. Лаборатория искажений. Лаборатория телемерии. Вот она. Стой. Я, наверное, не ту лабораторию сделал, да? А, не, все правильно. Все. Я пришел туда, куда нужно. Дмитрий Золотце, здравствуй. Настроение отличное. Так, чё это мне сейчас выпало? Фигня какая-то.
Отлично. Все. Возвращайся в мою мастерскую. Ага, понятно, пошли обратно. Теперь нам в мастерскую надо. Хрен дойдешь сюда еще. Сад, лаборатория, сад, ну я думаю. По-любому сад уже. Фонтан, библиотека, я так понимаю. Что-то не так. Я тебя потерял. Твою мать. Не замечательно. Знаю, где ты, но у нас проблемы. Связь долго не продержится. Я понял, что у нас проблемы. Интересненько, но нужного оборудования там нет. Забавная история. Хочешь сообщить о новом открытии? Это оборудование совершенно необходимо, если мы хотим организовать для Талисры сеть телепортов. Конечно, эти детали не в лучшем состоянии, но сгодятся и такие. Снова усиливаем. Безопасность сети. Нужно заблокировать вход в комплекс. Коль, ну все, в принципе, можешь... Все, да. Спасибо за помощь. Нужно заблокировать вход в комплекс. В противном случае досточтимые коллеги из дворца смогут раскрыть мою тайну, и тогда все телепорты, которые я создам для тебя и Талисры, окажутся под угрозой. Неактивное устройство настройки, лежащее рядом с окулетом, оживает и начинает гудеть. Вот эта штука перенесет нас в мой потайной зал под горой. Оттуда мы запустим процедуру изоляции, после чего сможем бежать. Пробуй, давай, я за тобой. Ну ладно, давай попробуем. Вот оно, мое старое убежище. Да, я видел его со стороны под горой, ты когда пробегал у основания. Странно, защита не работает. У него паника. Ладно, пошли с ним дальше. Чужаки! Как они сюда пробрались? А ну-ка, пошли вон отсюда, гады! К силовым линиям. Включаю его на полную. Не, ну. Так, секундочку. Дополнительная панель команд. Вот это вот у нас тело ободряющий клич. Это первое слева. Средней кнопкой буду нажимать. Чтоб хилиться можно было успевать вовремя. Хорошо. Если мы перегрузим достаточно змеевиков, система вырубится. Ага, я понял. В нижнем зале есть еще змеевики. И, похоже, еще больше чужаков. Так что предлагаешь-то? Пойти их всех и перебить? Я не против, это моя работа. Твен, значит, это ты пыталась влезть в мою сеть. Знакомый неуклюжий почерк. Ну и ну. Как-то ты отощал, учитель. Ты хорошо питаешься? Ну и смех. Можешь гордиться. Ты своими руками поможешь нам вернуть земли наших предков. Я разберусь, Твен. Перегрузи змеевики. Ладно, пускай разбирается, а я пока тут буду бегать.
Первый пошел. Второй пошел. Ваше время прошло. Так, 3 из 4, остался последний. Превзошла тебя. Хороший трюк. Обернуть вокруг себя пространство. Ты чё? Ну, что, если с тобой все нормально? Уже нестабильно. Мое поле искривления не работает. Где мы? Мы в нестабильности. Замечательно. Это как раз то, что происходит на моем канале всегда. Нестабильность. Вот так вот она выглядит, ребят. Ты что там, обалдела, что ли? Всегда легкомысленно относились к магии. Ну, что скажешь? Куда мы держим путь? Силы оставляют меня. Где Талисра? Талисра сейчас в окрестностях Меридила. Ты можешь телепортировать нас туда? Недолго осталось. Но я помогу, чем смогу. Подойди. Ух ты ж. Анар Аменос. Мы на месте? Глаза Акулета подернулись поволокой, его голос дрожит. Нам долго еще? Я так голоден. Тейвалад. Ну пошли. Надо его отнести в пещеру. И, кстати, возможно, сейчас стоит Талисера накормить маной. Он иссыхает. Аран Аркана. Так, утоление жажды Талисеры. Вот. Оберег первой чародейки. При получении смертельного урона вы не погибаете, а создаете вокруг себя... Ага. Ох, никогда к этому не привыкну. Приветствую. Так, почти на месте. Спасибо тебе за то, что отыскала Акулета. Он нам очень нужен. Снова поднимаем. Продвигаем нашу полосочку опыта наших клинков. Мы должны как можно скорее поставить на ноги главного телеманта Акулета. Раздобыть древнюю ману, чтобы он мог насытиться. Анрата Адоре. Вообще не вопрос. У меня маны много. Похоже, сегодня я не иссохну. Анар Аменос. Так, я испытываю голод, но продолжаю свое дело.
Мне уже намного лучше, спасибо. А теперь займемся делом. Пришло время создать первый стабильный канал связи нашей телепортационной сети. Отнеси вот этот маячок в руины Элунета над нами. Тщательно осмотри местность и найди для него подходящее место. Когда закончишь разведку, установи маячок в нужном месте, и я налажу с ним связь отсюда. Уважай Атуле, магию. Ты можешь восстановить телепорты в этой комнате? Конечно! Нужно только завершить разведку, и я сразу подключу первый из них. Так, вершина. Ну, я так понимаю, мне надо на улицу выйти и там подняться. Вроде как. Ну да, вроде как наверх надо забраться. Так, давайте-ка проедемся здесь по-быстрому. О, кто-то вон тоже на азарте катается. Да иди ты... Ой. Как вы, ребята, задолбали уже. Завален. Так, вот они, руины Элунета. Руины интернета. Еще могут появиться разные аномалии, временные завихрения или вроде того. Но ты справишься. Ты мне угрожаешь? Ага, понятно. Не все так просто будет. Ничего больше не отыскалось. Продолжаем. Ух, япона мать, ты чё такое? Что ты такое? Блин, надо поскорее валить в Долоран, у меня уже доспехи все желтые, надо чиниться поскорее. Понятно, придется, надо закрыть портал. Продолжаем. Уже почти все уже почти закончили с этим квестом. Сейчас прикиньте, откроется портал, оттуда Саргерас нахрен выйдет и спросит, какого черта ты здесь делаешь? Или какого черта я здесь делаю? Размести маяк. Ладно, окей. Похоже, это неплохое место для телепорта. Связь установлена. Пользуйся на здоровье. Расстояние небольшое, энергии уходит немного. А пользоваться куда? Начать восстанавливать древнюю сеть. Если найдешь мои старые маяки, обязательно активируй их. Ага, понял. А куда это, кстати, ведет? Портал в Шаларан. А Шаларан где? А-а-а.
То есть теперь это так будет. Прикольно. Прикольно. Интересно, похоже, это работает. В нашем братстве пополнение. Добро пожаловать в семью. Юр Бадзуэнис, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Я слышу зов ночного колодца. Эти катакомбы строили для того, чтобы черпать магическую энергию силовых линий, прилегающих под Сурамаром. Когда мы научились питаться энергией ночного колодца, нужды в старых источниках не стало. Нужды. Ну и они постепенно пришли в запустение. Этот зал явно получает энергию откуда-то еще. Пока что ее очень мало, но если ты сможешь направить сюда мощный поток энергии от силовой линии, ее нам хватит. Ближайший источник находится к северу отсюда, в низине Анора. Низина Анора где-то к северу отсюда. Новый телепорт быстро перенесет тебя на поверхность. Я понял, но я все-таки, наверное, уже сгоняю в Долоран, потому что пора бы уже. Надо починиться, надо освободить сумки от всякого лишнего барахла. Нужно посмотреть у нас, что у нас меча с клинками нашими. Потому что они у меня получили повышение. Надо уже это дело поправить. Давай, дружище, грузись, грузись. А теперь догрузись. Давай, 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 давай. Ох уж эти ужасы, да? Эти ужасы подгрузки. Что привело тебя сюда? А чё бы нет? Правда, почему бы и гильдейской вещью не заплатить, не гильдейским золотом? Так. Надо попробовать сейчас порции древней маны получить. Так, это что у нас? Сломанный клинок Амирона. Да, это мне нужно будет сейчас, кстати, для квеста. Я же забыл совсем про это. Так, секундочку. Может, я могу уже использовать камешки-то вот эти? Ага. И... что еще? Где у меня была штучка-то, которая... Нет, не то. А, я понял. Вот. Вот, разобрались. Так, подождите, почтовый ящик мне нужен. Где у нас тут почта? Мне нужна почта. Потому что некий чудотворец Вашрин мне прислал письмо. Было бы интересно глянуть, что это за письмо. Мы проводили аудит по счетам и обнаружили утерянную валюту, расколотые острова. Кажется, она принадлежит вам. Вам перечислена древняя мана 28 штук. Если эта сумма превысила ваш лимит на счету, мы изменим ее, чтобы уложиться точно в отведенный вам лимит. Ладно. Окей. Понял. Дали. Это я... чуть... зачем я это сделал... Так, теперь давайте отправимся в небесную цитадель. У нас там есть некоторые дела. У нас тут квесты не появились новые, нет. Ну и хорошо. Да, далеко же летать приходится. Полетели. У нас там сейчас дела с клинками, плюс матерящийся король. Так, куда я сначала пойду? Сначала я пойду в... Кстати, что у нас там с выполнением? А, ну понятно. Сначала я пойду в кузницу. Так, что мы можем прокачать? Рывок, кровавое безумие,
Пока действует боевой крик, весь наносимый вами критический урон увеличивается. Давайте кровавое безумие поднимем. Ну и, собственно, это все, что мы можем сделать. Так. Угу. Оплот класса у меня все еще не завершен, да? Да, потому что я все хочу сделать себе зеленые. Но пока... Пока что это невозможно. Так, ладно. Теперь погнали к Одину. Поговорим насчет короля Эмирона. Кстати, а у меня не так много квестов осталось. Это я так очень, очень так хорошо поработал. Здоров, Один. Мой Валарьяр. Дарк Велиор, теперь мое самое главное оружие — это ты. Король Эмирон побежден, он достойно сражался. Неудивительно, Эмирон был злым и жестоким правителем, но сражался всегда храбро. Я хочу, чтобы он примкнул к нашему войску. И речи быть не может. Король Эмирон предал свой народ и обрек его на проклятое существование. Пусть он погиб, доблестно сражаясь. Я презираю его, и он тоже не питает ко мне никакого почтения. Возможно, но лучшего наказания, чем заставить его служить тебе вечно, не придумаешь. Один раскатисто хохочет. Ну ты и хитрюга, Дарк Велиор. Действительно, это меня позабавит. Быть посему. Спасибо. Хорошо, быть посему, к вам Да. У нас теперь появился новый соратник, король Эмирон. Ну чё, погнали теперь пообщаемся с ним? Вдруг кто этого не слышал и не видел еще. Заодно я проверю, насколько это действительно правда. Так, насколько действительно правда то, что должно сейчас прозвучать. Может, там видеозапись была, не знаю, пошутили, я не знаю, пошутили там кто-нибудь. Нарезочку сделал, видеомонтаж. Что там только в Голливуде не снимают? Ну, блин! Эй! Он пока что так и не появился. Возможно, мне нужно его где-то как-то оформить, я не знаю. Сейчас посмотрим. Возможно, мне его надо отправить на какое-либо задание. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Ну, например, король Эмирон. Оружие изуботычено. Но вот его как бы отправлять. А короля Эмирона такая репутация, потому что, судя по всему, служил королю Личу какой-то момент. Но у меня просто догадки. Возможно, я не знаю, короче, отправлять его, не отправлять ради... Скорость закипает. Моя ярость закипает. Так, я его не буду отправлять, это бессмысленно. Он ничего не сделает. Я попробую еще раз сбегать. Посмотреть, может он все-таки появился уже? У меня просто есть подозрение, что он появится здесь только после того, как я его отправлю хотя бы на одно задание. Ну да, его нет пока что. Ладно, он когда-нибудь потом появится. Ладно. Думаешь, что надо перезайти в локацию? Давай попробуем. Просто это не Dark Souls, как бы. Ну, да ладно. Так, Долоран и обратно. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Возможно, твоя догадка и верна. Сейчас проверим, поглядим. Вот подумаю, это в небесной цитадели дебил какой-то туда-сюда прыгает. Прикиньте, вот так с Долорана свалиться, да? Вот и я думаю, ну мало ли прокатит. Сейчас посмотрим. А, смотри, Даедрич, ты прав. Андрей Ян, на Зурагасе играю. Ice Milky Tea, сейчас окажется, что это Dark Souls. Да, это Dark Souls, он реально появился. Король Эмирон. Моя ярость закипает. Что на этот раз? Выкладывай скорее. Моя ярость закипает.
что на этот раз? Уходи. Убирайся! Я плюну на твою могилу! Как же ты меня бесишь! Я бы сдох тысячу раз, лишь бы тебя помучить! Почему мне не дали умереть? Чтоб тебя, Флюгегехаймен, раз... Кочель! И твою маму тоже! Я ж тебя вот так от... Что сам Один не признает! Будет грёбный! Выкладывай скорее! Вот такой вот король Эмерон. Так, ладно, нам сейчас куда отправляться-то? У нас задание Вальшара, Тень Ксавия, Даларан, испытание огнем скверны. Раздобудьте наручи из прочного шелкового полотна. А это где надо сделать? Некоторые вещи можно слушать вечно. Нет, что-то подождите, я не понял. Раздобудьте наручи из прочного шелкового полотна. Наручники из кожи ужаса, инкрустированные чешуйками. Порчи и боевые наручи из демонической стали. Субстанцию, что лежит у тебя на ладони, мы называем анигилят. У нас были гипотезы относительно ее происхождения, но пока что нам так и не удалось ее систематизировать. Жалко, у меня нету воина. Интересно, что он у нас говорит. Так ты говоришь, она образовалась в результате пожара? А, ну, конечно же, прокаливание. А где это найти-то? Могу сделать наручи из демонической стали. А-а-а! То есть их крафтить надо, что ли? Ну, пока не надо. Пока не надо, потом... Есть вероятность, что он так на всех локализациях матами кроет. А надо посмотреть потом в интернете по этому поводу. Ой, чувак, что с тобой? Ты провалился. Всем привет, я буквально минут на 40, потом придется идти опять по делам. Сигель, привет. Меня тут сегодня черепахи убивали. Так, ладно, дальше смотрим по заданиям. Компания воина. Отправьтесь на вершину Крутогорья. Да задолбало меня это Крутогорье. Сурамар. В Сурамаре у меня 3 квеста. Все, погнали, короче, в Сурамар. Мой дом, темные земли. Ну и там же будем параллельно выполнять локальные квесты. Вот. Сейчас уже будем таким образом поступать. Бум! Я приземлился. Так. Керентор, осталось времени 2 дня. Энергия силовой линии собрана. Че? У вас слишком много таких предметов. Это хорошо, на самом деле. Они пришли в ВОВ. Да. Так. Так, подождите. Вот. А как мне этот квест-то взять? Я не понял. Или подожди, или ты мне намекаешь, что... Скажи, в дополнениях поменялась суть квестов. Собери, принеси, и поменялась ли картина в целом со временем. Играл в ВОВ только в начале Короля Лича, и тогда там сплошной убей, принеси. Сейчас убей как можно больше. Короче, ладно, я поехал тогда квест выполнять. Возможно, это оно. Я что-то не очень понял. Ты уже его взял, да? А... Понял. Я пока не до конца еще разобрался с этими локальными квестами. Не надо на меня нападать, пожалуйста. Исследуйте низину Анора. Хорошо, не вопрос. Кстати, сегодня еще будет стрим по Шорху.
Послушай, окажи услугу. Встань вон на тот переключатель. Подожди. У меня тут охотник туманной низины напал. И стало больше синематиков и сюжета. Это да. Особенно как с драконом-то произошло в Альшаре. Вообще просто потрясающий момент. Наконец-то мы можем пройти. А сейчас я убью тебя. Есть что сказать напоследок? Сила совсем рядом. Слушаю только тебя. Руку протяни. Показать Вальтруа знак Талисры. Аран Аркана. А, я узнаю этот символ. Талисра решила нанять чужака? Неужели наши дела настолько плохи? Ну там перерыв будет. Ладно, меня зовут Вальтруа. Я через 15 минут заканчиваю стрим по Варкрафту, потом здесь будет перерыв, я есть буду там, отдохну важен немного, каждый источник магии. Пока все настрою. Вот, я думаю, успеешь. Как и Талисра, я думаю, что нас спасут старые потоки, проводящие энергию силовых линий. Я убила, конечно. Спасибо, ты мне помог, а теперь я тебя нужно убью. Нужно только пробудить их. Да. Кстати, а ты вообще кто такой? Эта станция пришла в упадок, система энергоснабжения разрушена, а чтобы починить ее, нужно активировать печати в центральном помещении. К каждой печати необходимо подвести поток низкой и высокой мощности. Направь оба энергетических потока к печати, затем активируй ее. А я? Я буду следить за тобой и направлять тебя. Это же тебя отрядили мне в помощь, а не наоборот. Иди своей дорогой. Этот змеевик пропускает поток высокой мощности. Змеевик низкой мощности в дальнем конце здания. Ага, оба я... потока идут в центральный зал. Похоже, в нашем братстве пополнение. Добро пожаловать в семью. Активируй все четыре печати в зале. Понял, понял. Шаранот, спасибо за подписку, добро пожаловать. Так, подождите, наверное, надо было его тоже активировать. А чё-то пробежал мимо. Так, переключили, хорошо. Убираем клинки, нахрена я их вытащил. Потоки выстроены. Теперь активирую печать. Печать где? Чё-то я не понял, а печать-то сама где? Так, стоп. Скорее всего, не успею. Ну, фиг знает. Посмотрим. В Wrath of the Lich King хоть и были однотипные квесты, ближе к концу дополнения начинался эпик. Это я про Врата Гнева и про сам Рейдик с Ледяной Короной. Это да. Подожди, змеевик высокой мощности. А, блин, да меня, кажется, начинает доходить. Я сейчас вообще не в ту сторону пошел. Ой. Тут так можно было сделать. Так, я что-то запутался тут немножко. Ой, я пошел отсюда. А где печать-то сама? Может, она у меня в рюкзаке, я не знаю. Да нет, вроде. Чё-то я не соображу. Так, подождите, дайте я снова переключу обратно. Потоки выстроены. Ага. Теперь активирую печать. Я вижу, потоки выстроены. Хорошо. А, вот она, блин. Сама печать-то. Господи, я правильно на нее думал. Осталось еще три. Оу. Так, и куда это тогда направлять?
Так, вот вторая печать, которую нужно запустить. А, подожди, тут еще одна. Ой, господи, так. Разбираемся. А, понял, нужно, чтобы они... Понятно. Так. Какая еще сюда попасть может? Так, я не знаю, я попробую там переключить. Возможно, прокатит. Ага, работает. Вот оно чё. Кстати, на самом деле стрим шел 3 часа. У меня там разрыв соединения один раз произошел. Там был такой косяк. Чё-то я тут понамудрил. По-моему, я сделал все как раз наоборот. Работай в другую сторону. Так, и здесь теперь надо поменять. Откуда вы? Откуда пауки взялись? Тебе что надо? Куча пауков напала. Так. Вон там попадает все как надо. Вот и здесь, по идее, тоже. Я, может, что-то... Подождите. Ну вот, эта печать активирована. А если я попробую поменять сейчас главные лучи? Если я сейчас главные лучи перенастрою? Потому что я сейчас же поменял. Вот эти вот промежуточные столбики-то их переключил. Может, теперь будет... Ага, смотри-ка, вот в эту сторону бьет. Значит, можно попробовать так же сделать и со вторым, который фиолетовый. Вот этот вот. Надеюсь, прокатит. Давай поменяем. Да отвалите на него. Чё-то нет. Чё-то нифига. А если? Ага. Так, у нас еще одна печать открылась. Хорошо. Вот. Я теперь попробую вот эту печать двинуть. А вот теперь пошли менять в той стороне. Кажется, прокатило. Ультрафия. А, ладно, не будем с ума сходить так уж прям. Уже давно популярна песня про голубей.
Если попробовать поменять. Нет, этот активирован. И этот, кстати, тоже активирован. Так, поменяй-ка. Ага. Фу, разобрались. Это вот у нас третья печать. Какая последняя, какая печать осталась? Вот эта печать осталась. Так, нужно поменять направление. Там одно сообщение капсом было, а удалил все, будто я какой-то спамер. Ну, так работает Nightbot. К сожалению. А может быть и к счастью, иногда это помогает. Отвали от меня, злобный страшный паукан. Так, и теперь нам нужно с фиолетовым разобраться. Да, все светит на него. Я вначале просто логику не понял, как эта хрень делается. Похоже, в нашем братстве пополнение. Добро пожаловать в семью. Не туда светит. Сейчас столь же фиолетовый надо поменять. Андрей, Ян, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Сейчас, по идее, должно прокатить. Это последняя оставшаяся печать. Так, куда-то ты не туда светишь. Да, да, да. Готово. Станция снова работает. О, даже свет загорелся везде. Починили. Чистая энергия силовых линий потечет отсюда в Шаларан. Элисанда зря в нас сомневалась. Надо признать, это впечатляет. Пожалуй, от тебя нам и правда будет какой-то толк. Прощай. И снова нам дадут иди силу артефакта. Дорогой. Я сама доберусь до Шаларана. Так, ладно. С этим квестом мы разобрались. Пора валить отсюда. Так, куда дальше-то мы идем? Что у нас дальше, ребятки? Доступное задание питания Шаларана. Ага, я понял. Сейчас поедем туда. Хотя, возможно, мы уже не успеем за сегодня, но я хотя бы туда доберусь. Я хотя бы думаю, что успею туда добраться. Чё-то далековато меня уносит. Ага, стой, куды? Подожди, в смысле? Может, мне надо куда-то под гору? Подожди, давай вон туда. Вот не тыкается скотина. Так, мне вот что-то в пещеру показывают еще тоже сунуться. Надо глянуть. А, ну да, мне квест дают. И возьми с собой чужака. Шаласан. Хорошо. Теперь, когда энергия силовых линий из низины Анор начала поступать сюда, мы можем пробудить этот зал.
Это весьма длительный процесс, который потребует от нас огромных усилий, полной сосредоточенности, и к тому же нам нужно будет принять меры, чтобы враг об этом не узнал. Кроме того, организовать потребление маны в таком виде в нужном количестве само по себе дело очень непростое. Если поток будет слишком слабым, его силы не хватит, а слишком сильный просто уничтожит нас. Так что нам предстоит очень много работы. Для начала нужно как следует изучить сам канал. В наше время любая помощь бесценна. Понятно. И вот еще что, Вольтруа. Советую тебе перестать воротить нос от чужаков. Без их помощи нас бы здесь не было. Ну, и вот, собственно, на этой ноте... Слушаюсь, первая колдунья. Первая чародейка. Идем со мной. Я покажу тебе канал. Да подожди. Блин. Вообще, надо бы уже стрим заканчивать, ты, ну ладно. Ты, видимо, не умеешь обращаться с энергией силовых линий. Ой, что ты выпендриваешься-то на меня, а? Позволь обучить тебя основам этого искусства. Ну ладно, давай. Чё делать-то? В толще земли текут реки первобытной тайной магии. Силовые линии неизменны и вечны. Они не поддаются контролю. Ага. Однако, их силу можно извлечь. Так же, как нить из лоскута ткани. Перерыв час, может больше. Этот канал тянется из низины Анора. Есть и другие, пока не активные. Нужно восстановить их, чтобы Шаларан стал средоточием силы. Угу. Слушаю. Думаю, твоя помощь мне еще пригодится. Для тайной магии нет границ. Когда-то мы питались самой сущностью магии, эликсиром, сила которого могла сравниться с силой воды из Источника Вечности. Теперь же мы можем, можно сказать, питаемся отбросами. Прощай. Так. Мне, наверное, надо подняться наверх или что-то там сделать. Вау! Ну, потом надо будет собрать... Подожди. Ну, я понял. Ладно, все, давайте, друзья, на этом заканчивать серию. Закончим на сегодня трансляцию по World of Warcraft. Вот. Через какое-то время, сегодня, короче, будет перерыв. Вот сейчас будет перерыв где-то на час с чем-то. Потом у нас сегодня будет еще одна трансляция. Она будет по игре Шорох. Будем перепроходить Шорох в рамках марафона хорроров перед Хэллоуином. Вот, ребят. Ну, а на этом, я думаю, нам стоит попрощаться. Собственно, если вам понравилась сегодняшняя трансляция, то подписывайтесь на Twitch канал, подписывайтесь на YouTube канал и вступайте в группу ВКонтакте. На этом все. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока.